profecia. Se tivesse minha escrivain, clínica Jeremia, clínica prorok Jeremia, glava 10, stick adin. Kniga Jeremia, glava 10, stick adin. Слушайте слова, которые Господь говорит вам, дом Израилев. Это черные люди, латиноамериканские люди и коренные американские люди. И тоже мулаты наши люди в России, в Украине, в Узбекистане, в Беларуси или на все остальные народы, где они они говорят на русском. Книга Иеремии, глава 10, стих 1. Слушайте слова, которые Господь говорит вам, дом Израилев. Дом Израилев сегодня – это кто? Это черные и мулатые люди, на все народы. Не все черные люди из дом Израилев. Есть хамити, черные люди. Они не израильские люди. Есть хамити и есть шемити. Мы шемити. Они и эти все хамити, они не наши люди. Они оригинальные африканские люди. Когда мы убежали от нашей народа, мы убежали в Африке. Мы там жили тысячи лет и больше, до сегодня. От Африки началось, как сказать, от Африки началось разве. Разве это потому, что мы согрешили наш Бог законы. Мы не сохранили все его заповеди, поэтому мы были и еще сегодня в рабстве. И все народы ненавидят наши люди. Ненавидят наши люди. Наш Бог сказал, что это будет, если мы не будем сохранить все его заповеди или законы. Сегодня израильские люди – это черные плюс мулаты, наши люди в России, в Украине, в Узбекистане, в Беларуси и остальные народы, которые говорят в русского мова или русского языка. Еще раз. Книга Иеремии, глава 10, стих 1. Слушайте слова, которые Господь говорит вам, дом Израилев. Дом Израилев, черные, мулаты, латинско-американские люди и коренно-американские люди. Стих 2. Так говорит Господь. Не учитесь путем другие народы. И не удивляйтесь знамений небесных, которые другие народы удивляются. Еще раз. Так говорит Господь, не учитесь путем другие народы и не удивляйтесь знамений небесных, которые другие народы удивляются. Поэтому я раньше сказал, наш Бог сдал наши люди другие традиции или другие культуры. Еще раз, так говорит Господь, не учитесь путем другие народы или язычников и не удивляйтесь знамений небесных, которые другие народы удивляются. У нас наших праздников, которые наш Бог сдал нас, вы можете читать об этом в Библии, книга Левит, глава 23. Есть еще праздники, которые Он сдал нас. Вы можете об этом читать
в Новый Завете. Тоже. Дальше. Стих 3. Стих 3. Ибо обещали люди напрасны. Еще раз. Ибо обещали люди напрасны. Это пустота. Вырубают деревья в лесу. Работа руками рабочего с топором. Еще раз. Вырубают деревья в лесу. Еще раз. Еще раз. Ибо обещаю люди напрасны. Вырубают деревья в лесу. Работа руками рабочего с топором. Покрывают серебром и золотом. Еще раз. Покрывают серебром и золотом. Когда они будут забрать это дерево от лесу, они будут принести это дерево в дом. А когда это дом, они будут покрывать это дерево с серебром и золотом. А какой это праздник сегодня? Конечно, это Рождество. При нашем Бог это мерзость. Он сказал, никогда это сделать. Это не мой праздник. Это не мой фестиваль. Еще раз. Покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздям и молотом, чтобы не шаталось. Стих 5. Они как обточение столб. Это деревья, как обточение столб. И не говорят, их хосят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и доброе делать не в силах. Это не надо сделать. Это остальные люди праздник. Это остальные люди Путин. Не мой. Это наш Бог сказал. Это мерзость. Не надо это сделать. Дом Израилев. Значит, что? Если у вас эта традиция уже, когда Иисус Христос приехал сюда, или приехал в мир, значит, что? Это не его праздник. Это не его день рождения. Сначала сказал, наш Бог сказал, мы не должны отмечать, что остальные люди отмечают. Остальные люди отмечают день рождения. Израильские люди нельзя это сделать. Никогда не могут об этом читать в Библии, где наши предков отмечали это день рождения. Или это праздник. Нельзя это сделать. Сейчас мы продолжаем. Сейчас мы открываем. В Новом Завете. В Новом Завете. Книга Колоссянам. Глава 2, стих 8. Книга Колоссянам, глава 2, стих 8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. И еще раз. Смотрите, слушайте, братья, сестры, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Слушайте, мои люди, внимательно. Это что наш Бог говорил здесь. Никогда, никогда не сделают другие люди философию
или доктрини. Если они не говорю вас, что вы должны делать, что наш Мессия сделал, Иисус Христос, никогда вы не могу читать, что он отмечал день рождения. Или его апостолии заповедали наши люди тогда, что они должны отмечать наш Мессия или наш король Иисус Христос день рождения. Потому что это не наш Бог фестивал, не наш Бог праздник. Здесь он сказал наши люди: смотрите, братья, сестры, чтобы кто не увлек вас философией с пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. А не по Христу. Это нельзя. Это мерзость. Никогда не делает, что остальные люди делают. Надо сделать все, что он заповедал нас. Все его праздники в Библии. Это что он любит. Это что он любит. Если вы любите Бога, вы будете делать, что он заповедал нас. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.